Bizim nişanımız ve yapılan zamanevi nişanlarımıza göre birkaç tane farkı var. Birinciden başlayalımız çünkü çok zamanevi xorandalar aslında nişan yapmayalar. Çünkü deyilir это прошлый век, bu ömür nemeyed, aslında yapmayan bu yanlış. Nasıl şeylerini göstermeye gerek, nasıl şekilinde onu yapmaya gerek, kim nişanga vara ve kim varmıyor. Çünkü için bir, öyle bir hatamız var, soy akrabaları da, kiyovu da, ana babaları da nişanga varalar, bu olmaması. Tek yakın soysotları varalar. Тизелер, алалар. Ну, мы в первую очередь это и отмечаем, то, что это проходит в комедийном жанре, чтобы людям было интересно, и в этом плане мы могли донести им наши традиции, наши обряды, чтобы они их не забывали, потому что в наше время уже что-то сокращают, делают и никях, и нишан, и сёски сым как-то совместно в один день. Очень рада, что существуют такие организации, как Медный Храм, которые не дают нам забыть наши настоящие, истинные крымско-татарские традиции. А во-вторых, на нашем родном крымско-татарском языке. Мне сценка очень понравилась, тем более у меня, как говорится, на носу все это предстоит. Вот. Очень было веселым в том плане, что не было так нагружено, да? Человек, который не знает обычаев, он может посмотреть, что для себя подчеркнуть. Таких, ну, я, допустим, не знаю, к сожалению, обычаев, да, и для меня это было очень интересно.